А сейчас шоу «Лучше всех» представляет вашему вниманию фантастическую танцевальную постановку. Удивительный номер, который родился высоко-высоко в горах. «Кавказские танцы» в нашей студии. Ой! Пашаева! Динарочка, ну, конечно, я-то знал, что ты девочка, красавица, и танцуешь такой мощный мужской танец. Но для нашей аудитории это большой сюрприз. И хочу первое спросить. Тебе сколько сейчас лет? 10. 10 лет всего лишь? Ну, слушай, вопрос, который напрашивается, естественно. Почему ты решила, что будешь танцевать лезгинку? Потому что я давно, когда была маленькая... Давно, но сейчас тебе 10 лет. Так, ага. Мои родственники на свадьбах и их друзья танцевали лезгинку. И мне очень хотелось тоже научиться танцевать. Я с 5 лет занимаюсь. Мне очень нравится мужская лезгинка, потому что она больше зажигательная, мощная. Такая же, как и я. Динар, ну я знаю, что на Кавказе это традиция, что искусство танца передается из поколения в поколение. У тебя в семье танцуют? Да, танцует брат. Так. И все. И все. Ну, Динар, ты невероятно одаренная. И скажи, вот в будущем ты как себя представляешь? Кем ты хотела быть? Я хотела бы быть вообще врачом, педиатром детским. Ну и мама говорит, одно другому не мешает, и заниматься... И продолжать танцевать? Да. Я думаю, что ты будешь первым танцующим врачом на Кавказе. Ну да. Скажи, если ты станешь врачом, ты будешь прописывать лезгинку? Ну, допустим, человек говорит, у меня плохое настроение, депрессия. А ты так, лезгинка 2 раза в день. Да. Как тебе такой рецепт? Но это действительно феноменально, Динар. У меня нет слов. Искусство танца и твоя элегантность – это то сочетание, которое еще, наверное, не встречалось в шоу «Лучше всех». Я думаю, что ты заслужила медаль. Давай тебе ее вручим. Пойдем. Итак, медаль «Лучше всех» для Динары Пашаевой. И я подумал, Динар, что
все-таки, если ты захочешь, чтобы сразу все поняли, что танцует девочка, мы для тебя разработали специальную девчачью папаху. Итак, внимание, папаха для Динары Пашаевой. Посмотри, а? О! Динар, скажи, пожалуйста, здесь есть в студии твои родные? Да. Моя мама, мой брат, мой папа и мой художественный руководитель. А можно вас всех попросить сюда выйти? Итак, мама, брат, папа и художественный руководитель, глядите сюда. Невероятно у вас талантливая Динара. Я хочу предложить вам сейчас. Вы можете станцевать что-то вместе? Сейчас. Брат с сестрой станцевать. Вот они. Брат с сестрой. Ну что же, наш музыкальный коллектив в усеченном составе, а также танцевальная импровизация от Булата и Динары Пашаевых, брат и сестра, прямо сейчас на сцене «Лучше всех». А! Молодец, Динара, спасибо большое. Еще раз аплодисменты всей семье Пашаевых, Наталье, их музыкальному руководителю. И, конечно же, отдельные аплодисменты фантастической, невероятной Динаре Пашаевой. Динара Пашаева лучше всех на Первом канале. Спасибо, спасибо, Булат. А я напоминаю, что самого классного ребенка страны выбирает вся Россия. Голосуйте на сайте Первого канала 1tv.ru. И, возможно, именно ваш любимчик в новогоднюю ночь обратится ко всем нам.